получился такой боевой. С нашей стороны получилось два разных тайма. В первом тайме мы плохо из обороны в атаку переходили. Сопернику возле нашей штрафной давали много вольностей. Соперник воспользовался этим, забил хороший мяч в девятку. Ну и в атаке у нас ничего не клеилось. Так, один голевой момент был, полумоменты мало для нашей команды. Поэтому первый тайм, честно, разочаровал. А второй тайм уже при нашем преимуществе полном прошел. Появились голевые моменты, достаточно много, но, к сожалению, наша беда – это реализация. Ей надо отдать должное вратарю Олимпии. Очень здорово сыграл, он просто там вытащил, грубо говоря, там, три мертвых мяча. Конечно, результатом недовольны, но больше как качеством игры. В первом тайме были ошибки, во втором, но первый тайм мы слабо провели. Ну, наверное, нужны такие матчи, чтобы сделать анализ, и, может, игроки там взбодрятся, как говорится, чтобы не убаюкали вот эти там успешные результаты, чтобы сделать. Да я бы так о успешных результатов не говорил, что мы же не всех там обыграли. Ну, и, конечно, это соперник мы проиграли, ну, надеюсь, что более собранными и сконцентрированными будем подходить к каждой игре и будем качество игры повышать, уровень свой, потому что как-то эта игра нам показала большие минусы в различных стадиях игры. Но для этого у нас еще есть время, его немного, надо плодотворно использовать. Будем стараться. Ну и еще идут игроки, есть игроки на просмотрах. Вот какие еще вакансии открыты, сколько может быть еще новичков, и какие-то вот недавние, да, изменения были? Да, в принципе, мы на 95% укомплектованы. Ну, будем рассчитывать на тех, кто есть. В принципе, на 90%. Конечно, хочется, чтобы более качественные футболисты приходили. Ну, имеем то, что имеем. Ну, ничего, у нас состав хороший. Нам надо просто в командных действиях и в атаке, и в обороне подправить. Все будет у нас хорошо.